В этом ролике мы расскажем о трех новых продуктах по судебной практике, позиции судов по спорным вопросам: гражданское право, арбитражный процесс, бюджетная организация. Эти новшества помогут узнать, по каким вопросам чаще всего судится, заранее оценить риски, избежать конфликтной ситуации или нарушения, сразу увидеть позиции судов, их не нужно искать самим. Новые продукты отличаются простой структурой материалов. По каждой теме даны спорные вопросы и позиции судов по ним. В случае расхождения практики приведены позиции «за» и «против». Есть ссылки на решения судов, по ним можно перейти к тексту документов. Материалы основаны на практике арбитражных судов и ежедневно обновляются. Приведу примеры тематик из каждого продукта. Позиции судов по спорным вопросам: гражданское право, обеспечение исполнения обязательств, банковская гарантия, аванс, задаток и другое, конкретные виды договоров, аренда, поставка, возмездное оказание услуг и другие темы по первой и второй части Гражданского кодекса. Продукт позиции судов по спорным вопросам: арбитражный процесс, в частности, рассматривает подачу иска и обеспечительные меры, доказывание, экспертиза, электронные доказательства, аудиозаписи и другие темы по арбитражно-процессуальному кодексу. В продукте позиции судов по спорным вопросам бюджетной организации представлены такие тематики: государственная и муниципальная собственность, торги, регистрация прав, списание и другое, закупки в рамках 44 ФЗ и 223 ФЗ и другие темы по деятельности бюджетных организаций. В качестве примера посмотрим позиции судов по спорным вопросам условий договора поручительства. Материал легко найти через быстрый поиск. Выберем позиции судов по спорным вопросам: гражданское право, условия договора поручительства. В материале выделены спорные вопросы, по ним приведены позиции судов. При расхождении практики приводятся противоположные позиции. Есть ссылки на решения судов. Можно изучить эти решения и дополнительные материалы по теме. Три новых продукта по судебной практике позволят увидеть вопрос более объемно и узнать, а какие неочевидные риски есть, о чем судятся другие по спорным темам гражданского права, арбитражного процесса и деятельности бюджетных организаций.